Здорово, бойцы! Буквально только что завершился турнир UFC 259, на котором Петр Ян потерял свой пояс, пробив нелегальное колено по Алджамейну Стерлингу. Обзор с видео на этот и остальные бои у нас по ссылке в описании. А сейчас я предлагаю тебе послушать реакцию звезд UFC на всю эту дичь. Ставь лайк и погнали! Димитриус Джонсон, бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе. Есть одна вещь, ты не можешь тормозить бой, сидя на своих коленях. Удары коленом по оппоненту на земле должны быть разрешены. Майкл Биспинг, бывший чемпион UFC в среднем весе. На кой черт было наносить запрещенный удар? Камару Усман, чемпион UFC в полусреднем весе. Так, но это перебор. Рафаэль Ассунсао, топовый представитель легчайшего веса UFC. Вау, новый чемпион в легчайшем весе? Ну ладно, это действительно был запрещенный удар. Стивен Томпсон, топовый полусредневес UFC. Это первый подобный случай за всю историю титульных поединков UFC? Фрэнсис Нгану, топовый тяжеловес UFC. Они должны провести реванш. Коди Гарбранд, бывший чемпион в легчайшем весе UFC. Какого черта вы берете у него интервью, если по вашим словам он все еще потрясен? Я бы на его месте не стал брать пояс. Ти-Джей Дилашоу, бывший чемпион в легчайшем весе UFC. И Оскар получает Алджамейн Стерлинг за лучшую мужскую роль в титульном поединке. А Петру Яну нужен ускоренный курс по правилам того вида спорта, в котором он когда-то был чемпионом. Эй, Петр, теперь ты тоже мошенник. Джон Джонс, бывший чемпион в полутяжелом весе UFC. Алджамейн был в отличной форме, и он шел вперед на протяжении всей схватки. И в том, что ему нанесли запрещенный удар, его вины нет. Поздравляю, чемпион, ты это сделал. Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе. В поражении Петра виноваты секунданты. Команда «Бей коленом» поступила именно из его угла. Алджамейн Стерлинг, чемпион в легчайшем весе UFC и победитель премии «Оскар». Не таким образом я хотел бы выигрывать бои. Это был близкий, конкурентный и наполненный действиями поединок. Я чувствую, что этот удар коленом был намеренным, особенно после того, как судья объявил, что я на земле, так что я не ожидал, что меня ударят. Ян – плохой парень, мы сделаем это снова. Петр Ян – бывший чемпион в легчайшем весе UFC. Прошу прощения и желаю скорейшего выздоровления Стерлингу. Я не хотел наносить запрещенный удар. Я просто совершил большую ошибку и заплатил за это. Так думают бойцы, свое мнение по этой ситуации пиши в комменты. Обзоры на остальные бои, как всегда, по ссылке в описании. Обязательно пиши в комментах свое мнение о прошедшем турнире. А уже в эту пятницу будет турнир ACA 119. И обзор на него будет, как всегда, у нас на канале. Так что подпишись, чтобы не пропустить. Это канал It's Time, я Иван Неумин, будь здоров.